Три двора и три игровых площадки микрорайона Углич вошли в комплексную программу благоустройства. Об этом сообщили представители местного территориального общественного самоуправления. Расширенное совещание прошло на базе 11-й средней школы. На юге стартовала программа благоустройства. 70 миллионов выделено из бюджета на благоустройство на весь наш город. И вот 10 миллионов, 80 миллионов идет на наш сегодня мы получили подтверждение этому в администрации. Комплексное благоустройство дворов запланировано по адресу Новоуглическое шоссе 34, 36, 38, улица Дружбы 15А, корпус 1 и 2 и улица Владимирская, дом 7, корпус 1, 2 и 3. Будут выделено финансирование на приведение дворовых территорий в порядок. То есть где-то нужно покрасить, где-то ввинтить лампочки, где-то посадить деревья. На сегодняшнем заседании мы обсуждали с активистами нашего района, как мы это будем контролировать. В ближайшее время за 11-й школой начнется строительство многофункционального теннисного корта с примыкающим к нему залом. Об этом сообщили инвесторы. План застройки уже готов. В том числе можно сказать, что проекты частично социальные, поскольку там будут заниматься и детишки из школы, из района Углич. И плюс к этому в инвестиции будет входить полностью реконструкция стадиона школьного. Уже давно на стадионе за 11-й школой мальчишки не играют в футбол. Хотя были времена, когда в летние каникулы здесь почти каждый день проводились товарищеские матчи. Сегодня на стадионе в основном выгуливают собак. Я немножко удивлен действительно тому, что нашлись инвесторы, готовые в это дело вкладываться. Это я вам говорю как представитель бизнеса, потому что сегодняшняя ситуация с долгосрочными инвестициями не только у нас по району, в целом и по области, и по стране, она очень тяжелая. Это на самом деле большое счастье для района и для города, что есть люди, которые готовы вкладывать деньги в спорт, особенно в детский спорт. Микрорайон Углич является одним из самых крупных микрорайонов Сергиева Посада. Здесь проживает более 20 тысяч человек. Конечно, стадион и площадка спортивная, она необходима. У кого-то есть во дворе площадка, у кого-то нету. Но большая площадка, она всегда нацеливает на игры и на вовлечение детей именно в спорт. И вот тот стадион, который есть, его, конечно, надо приводить в порядок. В рамках комплексного благоустройства приведут в порядок и три детских площадки – на Новоуглическом шоссе 74А, Дружбе 7А и в Мишутине. Контроль за выполнением работ и распределением финансов берут на себя представители местного территориального общественного самоуправления. Полина Иноземцева, Михаил Кирсанов, Иван Буланов. Программа «События».